was sharing, it confirmed this direction that I'm about to share into. И когда Рик говорил, утвердил то направление, которым я хочу поделиться также. I've shared this word in discipleship school and with pastors and leaders. Также я делился этим словом в классе, где обучал пастырей и лидеров. It comes from a heart of concern for the body of Messiah in the earth. И так, и это слово исходит из обеспокоенства телом Мессии на земле. We are in an all-out war now. Мы сейчас находимся в состоянии войны. And every arena of our life is being contended for. И за каждую сферу нашей жизни мы боремся. Everything sacred, everything dear. И все, что для нас драгоценно и дорого. The kingdom values that we hold. Те ценности царства, за которые мы держимся. Are under assault. Они находятся под на них направлены атаки. Marriages. Yeah. Say it. Браки. Children. Дети. Church. Церковь. Община. Morals. Морали. Моральные ценности. Values. Ценности. Everything that we hold dear is under assault. Все, что мы за что мы держимся, на все это совершаются нападки. But we were born for this time. Но мы родились в это время. Appreciate your enthusiasm right now. Спасибо за ваш энтузиазм. We were born for this time. Мы родились в это время. Generations before us have paid for what we enjoy right now. Поколения до того платили за то, готовы были платить за то, чем мы наслаждаемся сейчас. We have been equipped. Мы оснащены, мы приготовлены. We have been prepared. Мы приготовлены. Not for defeat, but for victory. Не для поражения, а для победы. To release the kingdom of heaven here on this earth. Чтобы высвобождать царство небесное здесь на земле. So I want to start with the best part. И я начну с самой лучшей части. And then we'll move from that. И дальше продолжу. You have your Bibles turned to the book of Jude. Откройте послание Иуды. Chapter 1. If you turn to chapter 2, you won't find it. Первая глава, если откроете вторую, не найдете. Тело Мессии — это ребенок. Но уже... Будучи ребенком, на него были нападки. Даже когда только тело Мессии образовалось, на него уже начинались нападки греха и компромиссов. Чтобы загрязнить тело, чтобы загрязнить общину, чтобы она потеряла силу Святого Духа. И то, как это все закончилось, это прекрасно. Потому что Господь, Он удержит нас от падения. His glory. И Он представит нас без пятна и порока в Своей славе. Аллилуйя! Он представит нас без пятна и порока в пришествии Своей славы. That is an amazing statement. Это прекрасное утверждение. That we can come before the presence of God's glory faultless. Что мы можем приходить в Божье присутствие без порока. И только один может нас представить таким образом. И его имя Иешуа. И он глава тела. И он глава общины, церкви.
be glory, honor. Ему вся слава и честь. And all the things listed there. И все остальное, все ему. So first, I'm gonna have Dima read verses 1-4. You want me? Yes, please. С 1 по 4 стих. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуда называет себя рабом Иисуса Христа. Он мог назвать себя апостолом и многими разными титулами. But he chose the word bondservant. Но он избрал термин раб. The title of a love servant. Это титул именно раба, который любит своего господина. He was a love prisoner of Jesus Christ. Он был узником Ишуа Мессии. It is what mattered to him. Это имело для него значение. It was what he valued. Это то, что он ценил. То, о чем он говорил. That's what he wanted to be referred as. Вот так он хотел, чтобы его отождествляли. Jesus took upon himself in Philippians 2 the form of a servant. И в Филиппийцам говорится, что Иешуа принял на себя образ раба. He even said to his guys, he said, look, you call me master and lord, and so I am. И он даже своим ученикам сказал, вы называете меня Господом, и верно так и есть. But there before Aaron Pesach, he took the towel in the basin and he washed their feet. Но на Песах он омыл им ноги, сняв с себя верхнюю одежду. And he said, in another place, I did not come to be served. И в другом месте сказано, что я не пришел, чтобы мне служили. But I came to serve. Но я пришел, чтобы послужить. And to give my life as a ransom for many. И положить свою жизнь за многих. True ministry, true serving ministry. Истинное служение. Is this pattern? И именно идет по такому пути. Мы не должны требовать от других, чтобы они служили нам. Мы должны служить людям в любви. И мы должны создавать культуру почтения, чтобы почитать в первую очередь Бога, почитать Его присутствие прежде всего. И потом почитать тех, кого Он почитает. А он уважает всех. Он уважает царей. И мы должны уважать тех, кто правит нами. Мы должны уважать всех людей. И это бросает мне вызов. Когда я смотрю на аддикт, или проститута, или бомжа, когда я смотрю на зависимых людей, на проституток или гомосексуалистов, я должен ценить их. Не смотреть на них сквозь призму суда или критики, но смотреть на них глазами почтения и любви. And from that place, и с этого места raised up and restored. И через это видеть их восстановление и возрождение. He says that they were sanctified by God the Father. Sanctified is a wonderful word. Написано, что которые освящены Богом Отцом. It means reserved for holy purpose. Это значит сохранены для святых целей. To be set apart for holy service. Быть отделенными для святого служения. Your life does not belong to you. Ваша жизнь вам не принадлежит. Young men and young women, your life does not belong to you. Молодые люди, девушки, мужчины и женщины, ваша жизнь вам не принадлежит. We have been bought with a price. Мы куплены дорогой ценой.
самой высокой ценой, которую когда-либо платили на этой земле. Это кровь Иешуа. И благодаря этой цене, которая уплачена за нас, мы должны прославлять нашего Бога нашими телами. Мы избранное поколение. Мы царственное священство. И когда я провозглашал, что Украина является святым народом, святой страной, и украинцы это особый народ Божий. И еврейский народ это тоже особенный народ Божий. Для провозглашения Его, того, что Он хочет, Его славы на этой земле. И в нашем служении молодому поколению снова и снова мы бросаем им вызов. Не только принимать огонь Духа Святого, но также огонь освящения. Огонь святости, потому что Он Руах Акодеш, Он Дух Святой. And it says that there, he said, I thought it necessary to write to you because there were people that were coming in that were going to turn the grace of our Lord Jesus Christ into lewdness or license for sin. И он говорит дальше, что я решил написать вам увещание, подвязаться за веру однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Не так давно я был опечален в духе. Я поехал в Брюссель. И когда я там служил молодежи, и я потом узнал, что одна из девушек, за которую я молился очень сильно и бросил ей вызов, чтобы она жила святой жизнью, она впала в гомосексуализм. И лидер, который написал очень много курсов, создал очень много курсов для лидеров, для франкоговорящих лидеров. Он водил молодых людей в бары, чтобы они там пили виски и другие тяжелые алкогольные напитки. Он бросил свою семью, свою жену. And he's still operating in ministry without repentance. Но он все равно остается в служении без покаяния. All in the name of grace. Все во имя как бы благодати. But according to Titus chapter 2. Но как написано в послании к Титу, второй главе. The grace of God appears to all men. Что благодать явлена всем людям. And there is a teaching aspect of grace. Но также есть часть, которая касается учения в отношении благодати. And it teaches us to say no to ungodliness. И она учит нас говорить нет всему небожьему. It teaches us. Она учит нас to live in a righteous way. Жить праведной жизнью. In a godly way. Богобоязненной жизнью. In an evil world. В жестоком и в злом мире, который лежит во зле. There is the power of humility. Есть сила смирения. There is the power of Holy Spirit. Есть сила Духа Святого. There's a power of a holy life. И есть сила святой жизни.
Jude warns, he said, look, you're going to have to fight. И Иуда увещевает их и говорит, вам нужно бороться. You're going to have to battle for the faith that was delivered to the saints. Вы должны бороться за ту веру, которая была высвобождена для святых. Because these influences have crept in. Потому что эти влияния не вкрались в вашу среду. I've seen it. Я видел такое. I've seen it destroy churches. Я видел разрушенные церкви. I've seen moves of God destroyed by these things. Я видел, как целые движения, которые шли за Богом, они были разрушены из этих вещей. You study revival history, you'll find it. Если вы будете изучать историю пробуждения, вы обнаружите это. Contend earnestly for the faith that was delivered to the saints. Держитесь той, той веры, которая была возвещена святым. And then Jude describes, he said, these ungodly men who turn the grace of God into lewdness and deny our only Lord God and our Lord Jesus Christ. Иуда продолжает, он говорит, что эти люди, они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Now read verses 5 through 10. Теперь с 5 по 11 стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города были подобны им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного слова, укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти засловят то, чего не знают. Что же по природе, как... как бессловные животные знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. God is not a humanist. Бог, Он не гуманист. There are absolutes about the character and nature of God. Есть абсолютные категории, касающиеся характера и природы Бога. And I don't know where we try to get the wiggle room out of this. Я не знаю, где мы пытаемся найти выход из этого. He's the God of the new covenant, the new testament, not the God of the old covenant. Например, когда мы говорим, что Он Бог Нового Завета, а не Ветхого Завета. Или когда люди говорят, что нет никакого вообще осуждения или суда в Новом Завете. Не знаю, какой перевод они читают. Но об этом говорится в Новом Завете. Бог святой. And there will be a day when he will release his judgment. И будет день, когда он высвободит свой суд. And there is not one thing wrong with his judgment. И нет ничего неправильного в его судах. Why? Почему? Why in the world could they rejoice when his judgment was made manifest in heaven? Почему они могут радоваться в этом мире, когда в небесах уже суд для них? Потому что когда был высвобожден его суд, потому что когда высвобожден был его суд, то Вавилон пал, и он был осужден. И его народ был освобожден от духа Вавилона, чтобы они могли любить Господа без всякого загрязнения от этого мира. Let me
be very clear. Я хочу, чтобы вы четко поняли, that he's the God of the whole Bible. Что Он Бог всей Библии. And from cover to cover, it is filled with the glory of God. И от корки до корки здесь видна слава Божья. Every page, every part. Каждая страница, каждая частичка. Was written on by men, moved on by the Holy Spirit. Написана была человеком, движимым Духом Святым. And every part is profitable for us. И каждая часть, она полезна для нас. For instruction in doctrine and godliness. Для научения, обличения и назидания в праведности. Yeshua himself said, I did not come. Иешуа сам сказал, что я не пришел для того, чтобы отменить закон или нарушить его. Я пришел, чтобы исполнить его. И он сказал, что я пришел как исполнение Писаний. Потому что они говорят обо мне. Потому что он исполнил Божье Слово и волю Его. These ones that came, he reminds them of areas of judgment. И Иуда напоминает тем людям, которые вкрались, и тем, кому он обращает это послание, что есть примеры суда. The children of Israel that rebelled in Egypt. After they had been removed from Egypt. Что когда они вышли из Египта. According to Corinthians 10. That these things happen to them for our example. И как также в Коринфянам сказано в 10 главе, что эти случаи, эти примеры для нас образы. So that we would not lust after the same things they did. Чтобы мы не были увлечены тем же, что сделали они. Then the angels that did not keep their proper abode, he reserved in everlasting chains. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, он соблюдает вечных узов. And then Sodom and Gomorrah. Потом он говорит о Содоме и Гоморре, о том, как они были разрушены, потому что они были преданы распутству. Мир вокруг нас говорит о сексуальной революции. And the sexual revolution has produced AIDS and Но она просто произвела разные болезни, СПИД, разрушенные дома. The killing of innocent babies. Убийство невинных детей. All in the name of a sexual revolution. Все это касается сексуальной революции. Let's start a revival revolution. Давайте начнем революцию пробуждения. Let's start a fresh holiness movement. Давайте начнем движение свежей святости. Let's have a new generation of Nazarites. Давайте у нас будет новое поколение Назареев. John the Baptist, Elijahs. Новых Илий или Иоаннов Крестителей. Deborahs that will prophesy. Девор, которые пророчествуют. Help us, Father, right now. Отец, помоги нам сейчас. Help us right now, Father. Помоги нам сейчас, Отец. Your word is eternal. Твое слово вечно. It is forever settled in heaven. Оно навеки пребывает в небесах. Would you settle your word in our hearts right now? Утверди также свое слово в наших сердцах сейчас. Then these ones that have gone after strange flesh. He said these dreamers defile the flesh and they reject authority. Verse 8. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергая начальство и злословят высокие власти. Tell you the greatest safety. Самая великая безопасность in the body of Messiah находится в теле Мессии.
И она заключается в том, чтобы правильно относиться к духовной власти. Я лидер. Я не специально вот сам себе сделал свое лидерство, стал лидером. Я вначале был тем, кто любит. Я просто любил его присутствие, любил его. И вдруг люди стали желать того, чтобы быть рядом со мной. И с каждым годом у меня все больше и больше ответственности появляется над большим количеством людей и общин, и мест. И я сказал, что я самое лучшее, что могу делать, и просто евангелизировать. Но мне говорят, приедь сюда, и туда, и туда. Я снова скажу, что безопасность, она заключена в правильных отношениях с духовной властью. И хочу сейчас обратиться к каждому пастору и лидеру сейчас. Мы ведем за собой с любовью. И мы ведем людей, показывая собственный пример. И самый большой комплимент, который мне высказал Валентин определенное время назад. Это когда он сказал, что я такой, какой я есть, где бы я ни был. Ну, большую часть времени. Отец, помоги мне. Но я могу без стыда сказать сейчас, что следуйте со мной, как я следую за Христом. И те, кто знает меня, могут согласиться с этим, что за эти годы я не говорю, что я идеален. Я страдаю и борюсь со всеми вещами, с которыми борются другие люди. Но смысл в том, что лидеры, мы должны вести за собой по нашему примеру, показывая пример. Если мы отвергаем власть, мы отвергаем Божий план для нашей жизни. I wonder how many ministries out there. И сколько есть примерно служений? Ну, я удивлен, сколько. Что, помоги нам. Помните, что сказал сотник, что у меня, я также человек подвластный и имею власть. И Иешуа умилился этому утверждению. И тот сотник, он сказал, что Иешуа, ты можешь сказать только слово всего лишь. И исцелится мой слуга, потому что этот человек, он понимал принцип власти. Сейчас, очень быстро. Спросите Бога. Попросите Бога, чтобы Он дал нам правильно понять ту власть, которую Он поставил. Попросите сейчас Бога о мудрости и откровении. И о том, как правильно относиться к духовной власти. Если вы лидер, попросите Бога, чтобы Он помог вам, как вести так, чтобы помогать вашим людям расти в благоволении.
Amen. All right, let's move on. I want to get this done. Read verses 12. You read verses 10 and 11. All right, let's look very quickly. Очень быстро. Three things. Давайте поговорим о трех вещах. It says of these kind of people. Говорится об этих людях. Verse 11. 11 стих. That they went the way of Cain. Что они пошли путем Каина. They ran greedily into the error of Balaam for profit. Они предаются обольщению мзды, как Валаам. And perished in the rebellion of Korah. И в упорстве погибают, как Корей. What was the way of Cain? Какой был путь Каина? Hating his brother. Ненависть к своему брату. And why did he hate his brother? Почему он возненавидел своего брата? Genesis chapter 4. Бытие, 4 глава. It was at a worship service. They were having a worship service. Это было служение поклонения. The first murder happened in a worship service. Первое убийство произошло во время поклонения. And one brought Abel brought the firstling of the flock. Cain brought the fruit of the ground. И Авель принес первородное от скота, а Каин принес от плоды земли. Some have taught, well, it's because the ground was cursed, and that's why Cain was not accepted. It wasn't that at all. Некоторые говорят, что жертва Каина была, не была принята, потому что земля была проклята, но не из-за этого. God even spoke to him after it happened. Даже Бог даже после этого проговорил ему. If you do well, и сказал, что если ты делаешь добро, will you not be accepted? Разве ты не будешь принят? It was not what he offered. Просто смысл не в том, что он принес. It was the way he offered it. А смысл в том, как он принес. It's the same with you and I. То же самое касается меня и вас. And because Abel's was accepted, this murder thing got inside of Cain and he rose up against his brother. И потому что жертва Авеля была принята, то есть убийство закралось в сердце Каина, и он убил своего брата. Love is not an option. Любовь это не один из вариантов выбора. Love is a commandment. Любовь это заповедь. I ask the Lord again and again. Я спрашиваю Бога снова и снова. Lord, please baptize me in your love. Я прошу, чтобы говорю, Боже, пожалуйста, крести меня в своей любви. Please immerse me in your love. Пожалуйста, погружай меня в свою любовь. I find that my human love knows quickly a supply end. I said that hard for the job, sorry. I find that my human love runs out quickly. Я замечаю, что моя человеческая любовь, она быстро заканчивается. But God's love cannot. Но Божья любовь никогда не закончится. Be exhausted. Она никогда не исчерпается. He has a love that cannot be measured. Его любовь невозможно измерить. Height or depth, length or breadth cannot measure the love of God. Никакие измерения, ни глубина, ни ширина не могут измерить ее. Holy Spirit comes, и когда Дух Святой сходит, the love of God is distributed through us by Holy Spirit. Любовь Божья изливается через нас Духом Святым. Holy Spirit, Дух Святой. Release the love of God in this room. Высвобождая любовь Божью сейчас в этом месте. Крести нас, Господь, в любви Божьей. Чтобы мы истинно любили друг друга. Чтобы мы любили наших жен, как Христос любит церковь. Чтобы мы любили и почитали друг друга большими. Наполни нас любовью Божьей. Then we see the error of Balaam. Потом мы видим грех Валаама. It was basically ministry for hire. То есть это было как бы
служение по наему. He had a prophetic gift. У него был пророческий дар. Balak knew that he had a prophetic gift. Валак знал, что у Валаама был пророческий дар. And Balak was willing to pay whatever he needed to pay Balaam to prophesy curse and defeat for the children of Israel. И Валак был готов платить любую цену для того, чтобы Валаам проклял народ Израиля. And Balaam wanted that money. И Валаам хотел этих денег. Back in the fall, I was to minister in this church that is the most influential church in a whole state. И в осенью мне нужно было служить в одной церкви, которая была самой, которая является самой влиятельной церковью в штате. They have some of the most well-known, famous ministries in the world that come there. У них там самое большое количество служителей, которые известны в мире. I was invited to go to that church in a men's bathroom. Translate that. И меня пригласили прийти в эту церковь в мужской туалет. Посетить. Anyway, when the conference coordinator calls me, и когда координатор конференции, которая происходила там, он позвал меня. They said, what level of hotel do you require? Когда они позвонили мне перед конференцией, они спросили, какой уровень гостиниц вот, входит в ваши требования? Или вам достаточно будет остановиться у нас в доме для гостей, который принадлежит, вот, находится на нашей территории? Your guest house is fine. Я сказал, ну, дом для гостей нормально. What do you require for your food? А потом они спросили, какие требования у вас к еде? Oh, I like food. О, я люблю еду. You know, we're easy. Ну, это ж просто. Maybe a little pelmeni. Может, чуть пельменей. Чуть-чуть пельменей. And some borscht. И борщ. Борщ и пельмени. Борщ с пельменями. They said, okay, fine. Они сказали, хорошо. They said, what is your honorarium minimum? Они потом спросили, какое вот минимальное вознаграждение вы просите? They asked me the wrong question. Они задали мне неправильный вопрос. I was trying to be nice. Я пытался быть милым с ними. I was like an attack dog right then. Но тогда я стал как вот бойцовская собака. You're supposed to do that. Yeah. So I held back and I said, listen, according to the scriptures. И потом я сказал, согласно Писанию. The only thing you owe us is love. Все, что требуется, это любовь. Все, что я должен, это любить. Или все, что и все, что я требую, это любовь. Freely we have received. Даром получили. We freely give. И даром отдаем. And this poor woman on the other end of the phone. И эта бедная женщина на другом конце провода. She had actually had guests that said exactly what kind of what color of M&Ms they wanted. What color of the M&Ms? Она даже была готова спросить, какого цвета M&Ms вот я буду. А, были гости, которые даже требовали определенных цветов M&Ms. Конфетки. And so she was on the other, she'd never heard, I don't know, she was like, she went, oh, oh.
That's really good. А она просто такая: о, о, хорошо. And then there's some traveling people that want to make sure they take their own offering. И также были люди, которые хотели убедиться, что им будет еще особое приношение. And their message on the offering will be longer than their other message. И что их слово о пожертвованиях для них будет дольше, чем какая-то проповедь их. And you know what happened? И знаете, что произошло? They received the largest offering they'd ever received for any guest speaker during that weekend. И знаете, что произошло? Что в те выходные собрали больше всего пожертвований для гостей, спасибо, чем когда-либо. Господь. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Боже. We needed it. Нам это нужно было. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Боже. The point is this. И смысл вот в чем. What Jesus gave to us free, то, что дал нам Иешуа даром, we need to be able to give it away free. Мы должны быть способны отдавать это даром. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Боже. And then the last thing. И последнее. Was the rebellion of Korah. Это бунт Корея. Remember that? Помните это? How they rose up against Moses. Они восстали на Моисея. And said, "You take too much on yourself." Они сказали, что ты слишком много на себя берешь. И потом сошел огонь. И уничтожил Корея и людей, которые были с ним. Почему это произошло? Это пример для нас. Спасибо тебе, Боже. Спасибо, Господь. Спасибо тебе, Господь. Я верю, что Украина, что слава или свет Украины, он поднимется. And she will be arrayed in holy garments. Что Украина, как невеста, она поднимется. Righteous acts, righteous works of the saints. И будут праведные дела святых. That the bride of Ukraine will shine, be beautiful. Что Украина, как невеста, она будет сиять и будет прекрасна. And the specific jewel on the gates of the New Jerusalem that says Ukraine. И будет в Иерусалиме особая драгоценность, на которой будет написано Украина. Along with the other nations that are saved. Вместе с другими народами, которые будут спасены. There will be a beautiful color. И там будет, и это она будет прекрасного цвета. Unique. Уникального. For Ukraine. И это будет драгоценный камень, который будет олицетворять Украина. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя сейчас, защити это слово. Я прошу, Господь, что any bird of the air that would try to snatch this seed, this word, would cause it to be driven away. Господь, мы просим и провозглашаем, чтобы всякие птицы, которые попытаются забрать или выклевать это семя, чтобы они ушли. And I pray right now just for wonderful, wonderful help from Holy Spirit. И я молюсь сейчас о прекрасной помощи с небес от Духа Святого.
Спасибо тебе, Боже. Спасибо, Господь.